18-й год, Харьков, День защитника Украины. А моя где? Тут целый парк боевой техники. Да, вот это оно. Пожарный вертолет Ми-24. Под Лисичанском недавно он беспилотник российский сбил. Ми-24. Посадить на крыло, сфотографировать? Начально тренировальный, начально боевый. Л-39.
69. Не убегай. Багатоцельовий фронтовий винищувач МіГ-29. Так, що там у нас далі? Буки? А, да, это же автокефалию дают. Томаса в автокефалию должны дать. Тоже эпохальное событие для Украины. Медуа. Да, мощные машинки, что тут и говорить. Пусковая установка. 5,85. Держава захистить правоти священників, мирян, українські православні церкви. Ох ти Боже, ми то тут. Які добровольно вирішать вийти. Голову себе вивернути можна. Тому що разом з іншими православними творити єдину українську православну церкву. Нас то попереду ще не дав чийсь огонь. Ладно, наверное, уже пойду по одной стороне, потом по второй, чтобы не дергаться. Отца. АКМ. Автомат Калашника модернизирован. БРДМ. Были такие. Похоже на Соболку. Радиационные химичные розыски. Это уже украинский. Такие я видел только издаля. Залезай. Саша. Да.
Да, где же они были в 14-15? Бронеавтомобиль «Спартан». Крас. Варта. Да, ну в общем, честно говоря, только на выставке такое посмотришь. Кразы, мазы. Казак. Так, тут дальше медпомощь, да? 4-6-8. Должно быть 4-5-0. Крас. Фотографируется на фоне вот этой. Я туда залазил. Автомобиль санитарный. Они же должны. Национальная гвардия Украины. Извините. Дозор Б. Маленький. Облепили хлопца. Вот это знакомые адреса. Это старый. Ну да, на 12. БТР-80. Господи, эвакуационная машина БРЭМ-2. Ну, а вот и танчики. Костя Царю привет. Учись. Господи, как же ты туда помещался с твоими 2 метрами с антресолями? Самоходная огневая установка. СВУ. Ну, вот зениточка. Да. Активнее всего их используют, лупя по спутникам, пролетающим над расположением. По моим наблюдениям. Так, ну здесь мы уже были, лады. 14 октября 2018 год, Харьков. День защитника Украины. Там, видать, какие-то мероприятия.